Ну что, всем привет! Вот Ленка пришла с баньки. Волосы еще не совсем досохли. Я, короче, лапша приготовила. Лапша. Лапшу, спагетти. Надо немного подсолить. Блинчиков, конечно, никто так и не испек. Ну ладно, что, худей будем, так ведь? Какие блинчики? Ох, лапша. Давно, кстати, не ела лапшу. Тут у меня, короче, помидорка на терочке. Вот так, для вкусноты. Хлеб всему голова. Чай. И вафелька, короче, надо есть. То никак Ирина Сергеевна доесть ее не может, понимаете? На что-то кашель напал. Спагетти. Кстати, спагетти из твердых сортов пшеницы. Также не переживайте. Где-то хватит там уже нести всякую чушь про 48 килограмм. Так если 48. Ну, а как вы хотели? Представляете, у меня в конце декабря заболела подруга. И все еще выздороветь не может. Потом у нее муж заболел. Он все еще болеет. Представляете, уже 2 недели прошло. Новомодной болезни у них нет. Сдали на грипп. Ну, не знаю. Завтра отвезут, узнают. Колбаска, да? Очень вкусно. Так что, девочки, кушаем. Никого не слушаем. Вкусно, кушаем вкусно и полезно. Мама моя, как это вкусно. О, что там хоть это? Мои друзья, товарищи пишут. Иринка, ты спокойно относишься к тому, что пишем гадости. Ну, пишите, что вы жалко, что ли. Ну, если у вас это... Как это говорится? Что у вас? Немного не хватает. Вот вы пишете. Это не я бешусь, это вы бешитесь.
А, Иринка, ты спокойно относишься, что муж пишет гадости тебе. Держись, дорогая. А вы, люди, пожалуйста, пишите, не пишите херню. Понятно? Вам написали, не пишите херню. Тут пишите, не пойми что. Вот. Кто там написал? Ой, закрой свой канал. Так вам надо, вы свой канал закройте. А я тут при чем? Вот так вот. Какая вкусная лапша. Еще подзажарилась. Это потому что я забыла про нее. Она еще вкуснее зажаристая. Еще ниже калорийности. Ну, вкусно. А что, берете сковородку, ломаете соломку, потом, короче, берете, обжариваете эту соломку, кипятком заливаете, все готово. Но она это постоит, потомится на газу. Потом добавляете сливочного масла. Вот только не забывайте помешивать. Так вот, помешали, посолили. Я даже ее не солила. Диетическая зато. Ну, чтобы не набрать 49 килограмм, а чтобы так и было 48. А еще меня вообще удивляет, люди пишут. Как ты рисовой каши забыла добавить майонез? А зачем в рисовую молочную кашу добавлять майонез? Вы что? Вы о чем? Вы в молочной каше добавляете майонез? Или не добавляете. Также не забываем писать комментарии ваши добрые на всем Ютубе. Окей. Ой. Вообще я планировала сварить гороховую кашу. Ну что-то передумала. Думаю, не хочу. Ну ладно, гороховую кашу потом сварю. Где-то так захотелось лапшички. Ну да, некоторые не едят, потому что они на диете. Диета у них прежде всего. Говорит, когда ты сядешь на диету, не знаю. Что там, не можем мы с ней договориться с диетой? На.
Ну вот, если поеду отдыхать, там и сяду на диету. Понимаете? Поеду, знаете, куда? Поеду в Париж. Что со мной? Тот был супергерой. То с Ириной Сергеевной поеду в Париж. Так ведь? На Эльфовую башню посмотрим. А что бы нет? А, да, тем людям, которые пишут, у меня бы этой тарелки хватило на 5 человек. Что теперь сделать? Куда ей лыжи? Если она, то ей надо будет кран вызывать, чтобы ей подняли, поднять ее. Это очень хлопотно, пусть лучше дома сидит. Спасибо за разрешение, чтобы дома посидеть. Спасибо. Вот это вкуснотища. Куда, где лыжи? Вы сами-то на лыжах-то катаетесь? Где дома сидит. Правда, невероятно, такая умная девушка. Ну что? Да, поумнее вас. Ну так вот. А вы все там такие сидите, умные, скромные. Пяти высшими образованиями. А почему вы с 5 высшими образованиями сидите на Ютубе? Строчите комментарии, а не на работе, а? Надо работать, не покладая рук. Да. Вы сидите, строчите свои комментарии, непонятно какие, непонятно о чем. Как мой друг сказал. Не обращаю внимания на этих бездарей. Вот я не обращаю. Ты
Зачем? Ой, тут еще чуть-чуть осталось. Ну как, нельзя же оставлять. Надо обязательно доесть. Теперь что? Два кусочка колбаски у тебя лежало на столе. Ты рассказывал мне сказки. Мне вот соседка рассказывала. Раньше, когда было по талонам еда, она, короче, пошла, получила колбасу. Ну, по талону. Там сколько, не знаю. А у нее брат, короче. У нее брат. Да, они были молодые. У него брат, короче, привел девушек. Но раньше же времена-то какие, да, были? Вот. Привел девушек. А девушки, короче, съели колбасу и ушли. А соседка моя встала. Говорит, я, говорит, чай хотела попить, а колбасы нету. Я, говорит, столько в очереди простояла за этой колбасой. А ее детки взяли и сожрали. Ладно, хоть сейчас такого нет. Так ведь? Угу. Абсолютно верно. Ну все. У меня еще два кусочка колбаски осталось. Ой. Вот так вот. Чао, бамбино, сеньорито. Да, я помню. Мы были маленькие. Там 90-е годы. Не было ничего. Сколько нам было, я не помню. Ну, лет по 5, наверное, по 6. Ничего, короче, не было. Родителям называть, где выдали за место зарплаты сгущенку, тушенку. Кого еще? Консервы там всякие. Ох, мы эту сгущенку наелись тогда. Ну, как-то так, да, ничего иначе. Ну, разве василька, вот это очень вкусно. Тут шоколад пористый. Ну, кстати, вот эту сгущенку. Раньше была сгущенка, это супер. Вот сейчас сгущенка не пойми из чего. Так оно. Мы ее и варили. А что только с ней не делали? Кто-то, короче, вставлял, делал дырочку в банке, вставлял трубочку и пил. А... Настя, моя соседка. А сгущенку варит сама. Козы есть, молоко есть, чтобы не сварить.
ну, там, допустим, пол-литра, литр сварит, ну, это сколько молока надо? Что-то на литр молока полкилограмма сахара. Ну, сейчас, знаете, даже сахар пошел не сахар. Вот. Он говорит, у меня Никита. Он говорит, вставляет трубочку и пьет, говорит. Я говорю, нормал. Я говорю, ну, чтобы удовольствие получить быстрее. Так оно? Угу. Жаль, что в магазине закончились эти вафельки. А я Ленка бы купила еще. Так что, девочки и мальчики, будьте добры. Эмир обязательно к вам потянется. Ну, как без этого? Что вы думаете, что вы мне написали гадость? Ринка сейчас пойдет и это все, да, удалит канал. Да нет, конечно. Нет, конечно. Я просто отвечу вам так же, как вы мне. Ну все. Вот. Так что вот. Иринка скоро поедет в Париж. На эльфовую башню. Кто хочет со мной? Кто супергерой? Все, я наелась. Два кусочка колбашки еще осталось на столе. Я вам рассказываю сказки. Ну а как без этого? Не, в Париж-то я поеду. Вот так вот. Все, всем пока. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, кушайте вместе со мной и худейте. Всем пока-пока.